Уверенно, грамотно и спокойно Нижний Новгород одерживает победу над пермской Пармой в очередном матче Единой Лиги ВТБ 72-67. Пермяки борются за право остаться в зоне плей-офф, а Нижнему нужны победы, чтобы оставаться на комфортном пятом месте. Парма начинает по-хозяйски с быстрых атак, но баскетболисты Зорны Лукича справляются с таким давлением и, уступая с разницей всего в одно очко, завершают первую четверть. Начиная со второй, нижегородцы планомерно ускоряют темп и чаще попадаются свободных бросков. К концу третьей четверти Нижний ведет 51-44. Хорошо показывает себя связка Воронцевич-Ганькевич плюс Кейси Шепард, который оставался в тени в первой половине, во второй набирает свои 26 очков. Причем последние 4 со штрафных позволили НН спокойно завершить игру 72-67. Трудная, тяжелая игра для и одного, и другого коллектива. Мне кажется, некачественно, даже для болельщиков. Кто в этой игре должен победить? У нас есть причина, я не бы хотел много говорить, почему мы так выглядим, но я очень рад за своих ребят, за их отношения, и реально я горжусь этой командой. Просто да, вот таких условий, в таких тяжелых обстоятельствах, для них, они показывают характер, они показывают одну дисциплину, и с этой дисциплиной мы сегодня выиграли эту игру. Лучшим игроком в составе Нижнего Новгорода по итогам матча стал Кейси Шепард, он набрал 26 очков. Впереди у Нижнего очередной выезд, на этот раз в Подмосковье. В среду команда Зорана Лукича встретится с Химками. Матч начнется в 20:00. Прямую трансляцию смотрите в эфире ННТВ. Артемий Катков, время новостей.